Да, комментировать особо нечего. Игру проиграли за первые там 10 минут. То есть там две атаки, пенальти, гол, плюс удаление. И в меньшинстве уже обыграли Крылья Советов. Ну, очень-очень сложно. У нас сегодня не получилось. Спасибо, пожалуйста. Дмитрий Владимирович, что значит для Акрона эта игра? Потому что Крылья представляют Самарскую область, а Акрон сейчас вот как-то настраивали своих ребят персонально на этот матч. Да не так, чтобы персонально. Мы настраиваемся на каждую игру. Мы в зоне вылета. Нам надо в каждой игре брать очки. Ну, а так как все равно это дерби, настрой немножко, наверное, был другой. Какова ситуация с легионерами сейчас в Акроне? Куда они боятся заявки? Потому что, если не ошибаюсь, то сегодня впервые один легионер попал в заявку в Акрон. Ну, он сегодня выходил, сегодня играл он. Второй у нас легионер тренируется. Он еще не набрал форму. Третий пока еще не подъехал. Когда подъедет, не знаю.